первое упражнение на концентрацию. Сконцентрировал внимание, сознание. Упражнение нахождения здесь и сейчас. Выдох. Откладываю все, что в правую сторону эмоции. В левую сторону откладываю все проекты. Нахождение здесь и сейчас. Состояние потока альфа или тета. Состояние сознания. Суставная гимнастика. Зарядка от слова заряжаться. И вот мы начинаем вначале пальчики рук. Помещаем наше сознание, внимание. И добиваемся того, чтобы расширяем кровеносные сосуды, чтобы кровь пролила. И в этот момент концентрация, внимание, сознание. Например, начинаем, если вы проблема синдрома дефицита внимания, задаем, наверное, вначале вот как от 3 до 9 или вот 9 вращений. 9. Раз, два, три, четыре. Мысленно счет. Сконцентрировались. 9. Затем вращение кисти. 9 вращений по часовой против часовой стрелки. Восьмерки. Сбросили напряжение, почувствовали прилив крови. А теперь начинаем вот это вдох, выдох. Когда мы совмещаем движение, концентрацию внимания, а там, где наша концентрация, там, где сознание, там сила, энергия. Плюс ко всему подключаем идиомоторную тренировку, работа с образами, упражнение на изометрию. Вдох, напряжение, плюс ко всему задержка дыхания, концентрация, выдох, расслабление. И утром, когда мы просыпаемся со сна, вот представьте, вот так вот подтягиваемся, да, мы просыпаемся. На условно разбиваются звенья. Кисть, локоть, плечо, три звена. Также прорабатывается голеностоп, колено, бедро. Начинаем с периферийных звеньев. Естественно, потом тазобедренный сустав прорабатывается. Грудной отдел прорабатывается. И прорабатывается шейный отдел. На шее упражнения делаются медленно, мягко, свободно, естественно. И когда мы это все проработали, мы это все можем затем, например, я делаю медленный и глубокий вдох. На вдохе представляю, что обхватываю небо. Выдох и свое сознание, внимание направляю в землю. Опять же, в зависимости от времени, можно сделать один раз. Можно сделать 3, 9, 18, 36 раз, в зависимости от вашей концентрации внимания, сознания. Но самое главное, чтобы не появлялась мысль в голове. Если появляется мысль в голове, мы сделали, например, 9 вращательных движений, мы начинаем заново. Если не удается концентрироваться, сегодня мы сделали один раз, 3, 9. Эти практики позволяют в дальнейшем, там, где наше внимание, сконцентрировать на объекте, на работе, на проекте. И максимально своего рода некий гипноз, это как визуальный гипноз, например, фокусировка внимания, это власть одной идеи. Но нормализация давления, да, я делаю вдох от земли, довожу до солнечного сплетения, выдох направляю в небо. На вдохе представляю, что выливаю в себя чашу воды. Вливание. Ну как себя чувствуешь? Быстро говори! Отлично! Зажимись! Мой дух сильнее тела! Выдох, вдох, выдох. То есть данное упражнение нормализует давление. И существует очень много как бы комплексов. Но методы концентрированной релаксации и динамической медитации. Расслабление – это метод открытия энергетических каналов. Напряжение – это закрытие. Всем привет. Flight.